Ты приехала сюда, в закрытый город, за 500 километров. Зачем? Чтобы посмотреть на шоу-матч наших ребят из команды «Росатом». Как впечатление у тебя? У меня только положительное впечатление. Ребята, хоть и, в принципе, новички, но показали довольно эмоциональный матч. Ребята показали классную игру, хоть и совсем новички, но умудрились даже сделать реванш, отыграть три боя, узнать что-то новое об игре. В общем, мне понравилось. Мы здесь оказались, потому что нам повезло, и ребята, которые внутри Сарова, ну и вообще администрация города, решила провести турнир. И выбрали «Калибр» как игру, по которой они турнир будут проводить. В чем отличие выездного комментирования от домашнего? Впечатлениями, эмоциями. Там я сидел дома просто и такой, типа, из дома, с комфортом, прокомментирую турнирчик, а тут ребята приехали, сказали: так, Егор, бежим сюда, в этот клуб, там сидим, там ребята из клуба, администратор такой: я играю в «Калибр», можно вас что-то поспрашивать? Ну, было реально очень круто и очень интересно, и ребята, и организаторы Сарова крутые, и город Саров крутой, так что это было очень, очень круто, очень приятно, что мы, в принципе, сюда приехали и пообщались с игроками. Что вам помогло выиграть? В первую очередь, это командная работа. Поскольку мы все-таки догадывались, что наши противники умеют стрелять, и стреляют они весьма неплохо, мы как раз и делали ставку на знание механик игры и командное взаимодействие. Как ты считаешь, насколько сильно здесь развита киберспортивная культура? Ну, я могу сказать, что она только набирает обороты. Она уже проводим на протяжении пары лет киберспортивные турниры по различным играм, там будем поменяем там Мир танков, Дота 2, ну и вот хотим еще и «Калибр», чтобы у нас тоже взял свою нишу в этом направлении. Саров, как и другой город Российской Федерации, занимается развитием киберспорта. Мы ничем не отличаемся от других городов. Будет ли в Сарове киберспорт по ИЛ-2 Штурмовик? Скорее всего, да, потому что мы еще как федерация дополнительно развиваемся и планируем привлекать больше игр к проведению турниров. Какой у вас любимый оперативник в «Калибре»? Волк. Барейра. Каравай. Ребята поиграли в «Калибр», был выявлен победитель, что самое главное. Ему были вручены призы и подарки. Я надеюсь, что и администрация города, и все, кто организовывал это мероприятие, увидят о том, что такие мероприятия можно проводить. Это недорого, несложно. В этом хорошо, ребятам это нравится, потому что «Калибр» в основном пропагандирует, что командную работу, командную игру, уметь собраться, уметь побеждать. Ну а какие еще ценности надо?